Сейчас вот здесь прикрутим, короче, леску, крючку. Блин, сломался у меня крючок, все видели. Так, достанем червячишку. Червячишку достанем. Такого небольшого. Закрываем баночку нашу козырную. Одеваем тоже, друзья. Вот так вот. Чуть-чуть, ага. Вот так насадили. Все, чтобы он дергался, чтобы видно было, как он шевелится. Все, видите, у меня оснастка такая вот. Как сказать, непрофессиональная. Непрофессиональная оснастка. Угу. И сейчас глубинку чуть-чуть побольше делаем. И проверим. Ну, это сильно, наверное, уже. Вот такую сделаем. И проверим, что мы вчера вот сюда вот кидали прикормочку сейчас. Возможно, возможно, будет какой-нибудь бешеный карась. Но это только возможно. Но, скорее всего, ротаны могут быть. А не караси. Так. 19-е загрузили, 25-е. 21-е загрузили. Сейчас 22-е попробуем. Загрузить 22-й видик. 22-й поставим. Так, 22 ставим. Отправить. Так, удочку можно перезабросить куда-нибудь. Вот сюда вот кинем. Оп. Вот сюда кинем. Пускай там будет. 21 и 19 можно удалить, да? 21 и 19. Оп. Оп. Удалить. 22 сейчас поставим. 23. Обалдеть, у меня всего два видоса оставалось там загрузить и все, что ли? Точно. Я думал, больше. Ладно. Так, сейчас поставил два. И два удалил. Получилось. Раз, два, три, четыре, пять штук всего оставалось. Пять, шесть штук, семь. А, восемь. 9, 10. А, ну да, 10 было. Я удалил уже 2. Сегодня с утра у меня загрузилось. Вот. Ну не хочет что-то сильное. Как бы. Вот так протянем, поближе сделаем. Поставим. Здесь тоже протянем. Так протянем. Сейчас поставим. Натяжку, чтобы было. Оп. И здесь можно протянуть чуть-чуть, чтобы он волны видал. Не волны, а муть. Вот. Там такой рассвет. Антоха хочет вон там сесть.
Понятно, что тут у нас творится. Есть ли рыбка вообще на сегодняшний день? Ну, карась дубнул. Будем считать, что это который здесь был, ушел туда. Пока что больше я не наблюдаю. Как-то так. Угу. Да. Вон уточка плывет. Я сюда подъехал. Не отсюда, а вон оттуда взлетело штук 6 уточек. Были уточки там. Ну вот Антоха примерно там. Кто-то стукнул. Но не идет. Нет, друзья, не идет. Не идет. Надо было еще ждать. Ой, дали сколько травы нацеплял. Прямо это. Травище, травище. Так, червячок у нас тут. Слабенький. Может пожирнее сюда и ходить. Каких-нибудь жиробасов одеть. Таких прямо полненьких. Сейчас на вот эту может дернуть. Типа вот такого оденем. Ну, можно на другого два одеть. Так, хоп. Сюда оденем одного. Одного. Сюда оденем двух. Блин, штаны заморал. Ё-моё. Ну так, слегка цепляем. Вот. Аккуратненько положим на дно. Там зашевелился что-то карасек. Так, и сейчас, чтоб нам не зацепиться в ту. Вот так, хоп. Вот сюда, ага, киданем. Ну, мы вообще, походу, не в то место кинули. Получается, мы на мель кинули более на мель. Ну, ничего страшного. Удочку можно перекинуть. Куда-нибудь вот сюда кинуть. Вот так закинем. Фигово, что я вчера не снимал. Как раз уже память кончилась, как минут 15. И это... Когда у меня носик сорвало с удочки. Поплавок был дальше, чем этот. Карась, короче, его начал выдергивать и туда тащить.
Я леской намотал резко плетенку на кончик, ну, это удочки, и сюда его, вот сюда вот так вытащил. Зашел в воду, взял его. Нормально, короче, не уплыл. Ну, он бы с поплавком здесь поносился где-нибудь, видно было бы, где он ходит, броет. Кто-то едет на машине, наверное, на рыбалку. А может, на работу поехал. Не, на рыбалку, скорее всего. Кто-то в камуфляже, да в кепке. Тишина, спокойствие. 4:55. Время. Я, наверное, вот эти два спиннинга перезаброшу, потому что у меня фишка такая была, я их закинул, потом протягивал через некоторое время. Может быть, я на них нафиг набил травы. Сейчас проверим вот здесь. Что, кого у нас получилось? Нет, травы нету, кстати, классно. Может быть, я ее смыл только что. Ну, ничего страшного, перезабросим. Вот сюда куда-нибудь кинем. Ага, вот так кинем. Кином. Здесь вот так, хоп. Колокольчик одели. Здесь натяжечка вот такая. Оп, ну вот здесь вот как раз под леской вон черная точка. Эта палка, тут фитиль вроде бы стоит, блин. Вчера Антоха цепанулся был спиннингом, а фитиль, короче, старый. Вообще заиленный, короче. И это, как сказать-то, как бы нам за него не зацепить потом, когда карась, если впадет. Вот здесь с травой видели, с какой? С палочками. А здесь прям крючок запутался за груз. Вон как. Замотался прямо. Вот. Такие вот нюансы тоже могут влиять на поклевки. Видите, у меня как будто бы всего один спиннинг работал. Потому что... Ну как один, может два? Фиково, значит. Вот этот вот сюда будем кидать. О, блин, леска зацепилась у меня. А, тут у меня ограничитель стоит. Ладно, пускай ограничитель стоит сейчас. Вот, кстати, вот эта вот фигня, за нее леску цепляешь, и это ограничивает, короче, спуск лески. Вот, допустим, у вас клюет в одном месте, ага, вы хоп, сразу леску чикс поставили, чтобы знать, куда кидать, и вы до того уже места будете добрасывать. Вот. Язычок этот. Он вот это и обозначает. Так. Сейчас маленечко подтянем, вот так лесочку натянем. Хоп, ну здесь, я думаю, должны быть поклевки уже. Вот этот еще тоже можно перезабросить. Я его, правда, вот из-за этого центрального спиннинга не смог нормально кидануть. Но сейчас мы его замотаем и кинем. Видите, он у меня откуда выйдет. А мне надо его маленечко кидануть, вот где птица сейчас пролетает, в эту сторону. Так, у меня вот здесь еще надо накрутить спиннинг, это катушка слезет. Я думаю, друзья, на удочку...